Hello? Pode falar um monte, irmão jesuíta. Ladies and gentlemen, good morning. I believe we all have taken our seats and we can officially start. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Я думаю, все присели. Мы могли начинать. Меня зовут Анна Генго. Я являюсь сотрудником секретариата АДФ. И там я работаю с 120 национальными, региональными и молодежными инициативами, так называемыми NREs. Эти структуры работают с различными целями. И с 2016 года они принимают участие в каждом таком форуме. Я извиняюсь, что мой голос немножко так звучит как простужен. Но вы не будете всегда слушать, так сказать, меня, а у вас будет именно информация от моих участников. Рядом со мной это госпожа Гальстян из Армении. Она предоставляет IGF в Юго-Восточной Европе. Мы также благодарим нашим двум спикерам или отчетчикам, которые будут подводить итоги нашего заседания. И это будет не очень просто, потому что у нас будут различные здесь выступления из различных регионов. Господин Тресси Хэкшоу, он находится справа от меня, из Тринидада и Тобаго. А также господин Йошуа, который представляет здесь западноафриканскую молодежную группу. К сожалению, мне следует сказать, что у нас, в принципе, должно быть здесь два модератора. Вторым должна была быть госпожа Кейт. Вы ее знаете. Она является координатором IGF от Соединенных Штатов Америки.
Но, к сожалению, она не может принимать участие в нашем заседании. Но Мэрилин будет следить за нами по стримингу в интернете, и мы надеемся, что она скоро выздоровеет. А теперь хотели бы начать формальное заседание. А именно по вопросам новых технологий, я хотела бы коротко представить, чем являются вот эти структуры NRI. Я надеюсь, что вы видите презентацию, которая здесь будет на экране. Можно просто сказать, что эти NRI являются структурой IGF во всем мире. У нас около 120 таких NRI. Они являются открытыми, прозрачными, представлены все заинтересованные стороны. И они организуют процессы управления интернетом и проводят ежегодные встречи в регионах или в рамках национальных структур. Так же, как и сейчас здесь на форуме. Как уже было сказано, у нас 122 таких структур NRI в 87 государствах. У нас 17 региональных IGF и 17 молодежных IGF, которые для нас имеют большое значение. И мы надеемся, что до конца декабря или до начала декабря еще будут созданы 3 таких молодежных группы. Здесь вы видите карту мира. И вы видите именно на карте, где находятся наши IGF во всем мире. Именно так как мы так хорошо представлены, мы исходим из того, что мы работаем успешно по вопросам управления интернетом. У нас очень хорошее сотрудничество, хорошая коммуникация с независимыми, с этими независимыми форумами по управлению интернетом, и мы хорошо знаем, что мы должны сотрудничать для достижения наших целей. Хотела бы вернуться теперь к тематике нашей сессии. После 13-го IGF в Париже мы сразу начали подготовительную работу, и для нас данная тематика новых технологий является очень важной темой, которая касается нас всех, и поэтому мы хотели бы этот вопрос и обсудить. Особенно мы хотели бы обсудить вот этих интерфейсов между инклюзией, правами человека, именно с точки зрения данной перспективы. Хотела бы сначала попросить некоторых коллег от NRI предоставить нам краткий обзор своей деятельности, чтобы нам было понятно, как эти новые технологии не распространены во всех регионах по-равному, что у нас существуют именно различные ситуации, различные заботы, различные вопросы. Используем технологию также и по-разному. Каждая региональная и национальная инициатива, которая в последние месяцы подготавливала данную сессию. Каждая такая инициатива внесла письменный отчет, и целью является именно то, что новые технологии преследуют цель служить человеку, и в некоторых регионах это так и осуществляется. Осуществляется большая прозрачность, так обеспечивает большая прозрачность национально-культурной, социального ситуации. И эти технологии служат не только лишать какой-либо отдельной группе или приносят пользу какой-либо отдельной группе, но и всему обществу. Обратимся в часть мира или к части мира, которая в данное время очень выигрывает от того, что она присоединяется к новым технологиям, это Африка. Сегодня с нами здесь будет господин Макан Фай. Когда я его попросил рассказать нам о многообразии африканского континента и о новых технологиях, которые требуются в некоторых сферах в обязательном порядке с тем, чтобы улучшить условия жизни, он с удовольствием воспользовался этим шансом. Большое спасибо, Аня. Я хотел вам привести пример
по африканскому IGF из сентября 2019 года. Речь идет о проекте, который был инициированным ЧАДом на основании отчета УНИЦЕФ по устойчивым целям развития. Примерно 2 миллиарда человек не имеют хорошего доступа к питьевой воде. Это касается 80 государств и 49% всемирного населения. И это ведет к тому, что возникают заболевания, как холера, гепатит, ТИФ. В ЧАДе у 62% населения нет доступа к чистой питьевой воде. Они часто пьют именно воду из колодца, которая часто загрязнена. Поэтому требуется именно доступ к чистой воде с помощью новых технологий. В рамках этого проекта был создан центральный сервер, который работал на основании солнечной энергии с помощью сверхзвука и с помощью дронов. Осуществлялся контроль за или надзор над питьевой водой. Данные, которые там собирались, они были анализированы, и также анализировались они в онлайновом режиме. Таким образом, можно было улучшить процесс планирования с тем, чтобы лучше строить колодцы и соответствующие дамбы. Все, было бы, конечно, хорошо, чтобы у всех был доступ к питьевой воде, с тем, чтобы снизить детскую смертность из-за связанной с загрязнением воды. В ЧАДе мы работаем с так называемым регионом апробированным, и мы хотим этот распространить до 2023 года на 5 государств, и еще до 2025 года присоединить к этой системе еще 6 дальнейших государств. А в 2026 году данный проект должен также быть распространен в Ближнем Востоке. Вы можете получить информацию в интернете под лозунгом IGF.Африка. Большое спасибо за этот очень интересный пример и за то, что вы соблюдаете именно режим наш график, что касается именно 2,5 минут, которые предоставлены каждому из выступающих. Это был очень интересный пример. И вы слышали, как можно улучшить жизнь для населения. Для нас, для многих из нас, чистая питьевая вода является чем-то собой понимающимся. Для многих нас. А теперь будет выступать Джефф Мануату. А нет, из государства Вануату. Это маленькое островное государство. Там проживает 280 тысяч человек. И там говорят на более чем 120 языках. Это, конечно, влияет также и на использование цифровой технологии, на создание локального контента. Как вы используете новые технологии и как вы действуете в этой сфере? Большое спасибо за шанс, что я вновь могу присутствовать на таком заседании. Вы уже сказали, что Вануату является маленьким государством в Тихом океане с очень незначительным числом населения, но у нас 83 различных острова, и, конечно, это является для нас большой проблемой. Новые технологии, под новыми технологиями сейчас понимаются очень, как сказать, многие. Что касается неправительственных организаций и правительственных организаций, то мы здесь сталкиваемся с большим вызовом, что касается использования новых технологий. Первое, что было инсталлировано в Вануату, это правительственные и административные услуги в онлайновом режиме. Затем интернет вещей для нас интересен, дроны, а также блокчейн. А также виртуальная реальность и также augmented reality в сфере медицины. И, конечно, в конце концов, искусственный интеллект нам тоже будет пригоден. В данное время
центральным вопросом является именно использование интернета вещей и использование дронов. Хотел бы сказать, какую пользу это нам приносит. В первую очередь мы можем улучшить шансы на бизнес с помощью такой технологии, оплачиваемой технологии. Доступная технология является именно очень центральным моментом для поддержки экономической деятельности. И далеко отдаленные части островов, они могут пользоваться этой технологией с помощью мобильников, с помощью смартфонов, с помощью социальных сетей, с помощью которых они могут получать соответствующие услуги. В частности, это касается фермеров. Здесь социальные сети населению Вануату помогают в очень большом объеме. Здесь существуют не только шансы, но и вызовы. А самая большая проблема – это то, что в отдаленных регионах такие новые технологии могут, привести к тому, что лица просто не справляются с нею. Люди в Вануату и их культура, она такая, что частная жизнь считается очень важным элементом. И, конечно, вопросы безопасности для нас, поэтому, как и во многих других странах, является очень важным вопросом. Негосударственная организация Oxfam в данное время использует технологии блокчейновую технологию. Мы работаем с австралийским правительством как донором, как страна-донором, и как помощь. Они ввели эту систему для чрезвычайных ситуаций, для стихийных ситуаций. Сначала такой вид коммуникации и так далее был введен в нашем городе Порт-Вилла. Это стоит $40. Во второй фазе эта система была введена на острове Тана, который является далеко отделенным островом от центра. И такие услуги очень нам помогают. Но с этим связаны, конечно, и определенные проблемы, которые надо решить. И я думаю, эти проблемы сначала государство должно решить на правительственном уровне, на уровне администрации. У нас есть определенное регулирование, есть определенная политика, но есть еще много нерегулированной среды. Спасибо. Новые технологии могут быть использованы для того, чтобы иметь чистую воду, чтобы помогать при стихийных бедствиях. А теперь мы обратимся в Восточную Европу, в Северную Македонию. Как ситуация выглядит там? Доброе утро. Сначала хотел бы поблагодарить за приглашение. Для нас это большая честь и большая радость принимать участие в данном заседании. Мы являемся очень молодым таким форумом, очень молодой группой, которая была учреждена в 2017 году. И мы предоставляем, конечно, здесь Балканский регион. Новые технологии в Македонии распространены очень широко. Интернет там пользуется примерно 70% населения. В основном население пользуется смартфонами, это 80%. Это довольно много для такой малой страны, как нас. Новые технологии растут, что касается их значения, поэтому мы создали свой NRI, и такая ежегодная встреча впервые произошла в 2017 году, и мы сосредоточились в основном на то, чтобы со всеми участниками вести дискуссии по вопросам управления интернетом. В ходе этого первого заседания мы говорили о цифровой идентичности, о дипломатии, о цифровизации административных услуг. И речь шла также о создании или представлении первого македонского центра по кибербезопасности. Вопросы копирайта, защиты также авторских прав и так далее. Мы также говорили и о соответствующих вопросах цифровых услуг и посмотрели на эти вопросы с технической, с экономической стороны. В этом году, в октябре, мы также разработали план действий по информационной
информации. Затем мы говорили также, вели дискуссию по лучшему доступу интернет-услуг, сосредоточились на вопросах прав человека. В основном надо сказать, что наш региональный EGF является для нас очень важным, потому что создается лучшее понимание, получится лучшее понимание, какую роль играет интернет, лучшее понимание по вопросам прав человека, доступа к интернету и охраны или защиты личной среды. Большое спасибо, это очень интересная перспектива. В частности, ваш фокус на то, что вы защищаете своих пользователей, именно что вы много внимания уделяете безопасности. После Северной Македонии я хотел бы перейти к Карибскому региону, а именно к Доминиканской Республике. Федерика представляет здесь Доминиканскую Республику, и она хотела бы рассказать о своей деятельности. Добрый день. Я буду говорить на испанском. Доброе утро. Я буду теперь говорить на испанском, как представитель AISOC, именно Доминиканской Республики. Я хотел бы сказать, что влияние новых технологий у нас является очень сильным. Хотел бы привести пример. У нас, например, в области транспорта было очень важно использовать эти технологии, в том числе и при открытии новых, освоении новых рынков. Но в основном, или прежде всего, речь шла о том, что раньше ситуация была такая, что услуги такси были, например, очень плохими и брали цены как попало. И с помощью технологии мы эту ситуацию смогли изменить. С помощью новых технологий ситуация изменилась. Но несмотря на это, надо, конечно, проанализировать ситуацию с тем, чтобы посмотреть, какие последствия имеют технологии для нашу жизнь, социальные последствия и так далее. Какие последствия это имеет также и для уязвимых групп нашего населения, потому что для некоторых это может стать хорошим мостом, с другой стороны, могут быть и другие последствия. В нашем случае ситуация была такая. В нашей стране очень много мы предприняли мер, потому что данные технологии правительство наше плохо понимали. И вместо того, чтобы сблизить нас друг с другом и на 100% использоваться преимуществами, эта технология нас даже разделила. Речь шла в первую очередь о взимании очень высоких налогов на телекоммуникационную связь. А сегодня мы работаем над тем, чтобы этот вид налогов, чтобы он, этот вид налогов был или по размеру уменьшен, выступали за то, чтобы более бедная часть населения таким образом, мы это установили, что она не может таким образом иметь доступ к интернету, если здесь строится столь много преград. Поэтому мы в течение 2 лет работаем над разными проектами и находимся, так сказать, на прямой, недалеко, так сказать, от цели, создаем локальную группу и работаем в первую очередь в области цифровой алфабетизации, потому что новые технологии очень важны для образования в сегодняшнее время. Ну, конечно, мы знаем и сознаем, что мы говорим, конечно, с одной стороны о технологиях, с другой стороны мы должны не упускать из виду другие проблемы. Подключенность в нашей стране, особенно в сельхозрегионах, не обеспечена на 100%. И здесь мы должны обратиться больше внимания нашим регионам. И правительство должно понять, что мы живем в новой реальности, что здесь речь идет о развитии, которым мы должны пользоваться, потому что это не является враждебным развитием для нас, а именно положительным развитием именно для нас, как для развивающейся страны. Большое спасибо за это
интересную точку зрения с точки зрения Доминиканской Республики. Федерика привела интересный пример и сказала следующее, что мы не все одинаковы, даже не одинаковы все в одной стране, что касается доступа к интернету. Некоторые из нас вообще не представлены или представлены неподобающим образом. И технологии таким образом не улучшают условия жизни. Хотела бы обратиться теперь к Италии с тем, чтобы от Италии услышать, как там используются или в жизни, или в реальности. Доброе утро. Большое спасибо за возможность выступать на этой сессии. Для нас, для нашей страны, очень важно быть представленной на этом форуме, на этой сессии, и с тем, чтобы вести беседу о этой принципиальной проблеме, а именно вопрос доступа к питанию, к продовольствию для каждого в любой стране. Это относится также и к довольно богатым, хорошо развитым государствам, даже больших, богатых городах, например, как Берлин. Есть много людей, которые попрощайничают с тем, чтобы получить, чтобы питать. Я живу в гостинице «Александерплац», и каждое утро в электричке кто-либо просит меня о деньгах или просто у меня деньги или питание. Это, конечно, речь идет о распределении ресурсов. Это центральный пункт. И как мы слышали от Африки, вода является, например, одним из самых важных ресурсов. Продовольствие, конечно, очень связано и с другими ресурсами и зависит от доступа к воде. Хотела бы в основном говорить о том, что мы разрабатываем в Италии. Один месяц тому назад мы встретились в Турине, и один из вопросов, который мы обсуждали, это был следующий, а именно, как технологии ИКТ могут нам помочь лучше улучшить распределение продовольствия и сбалансировать, снивелировать различия, потому что мы в данное время находимся в такой неприятной ситуации, что некоторые люди не имеют достаточного объема продовольствия или продукты питания, а другие имеют их чрезмерно много и выбрасывают. Это значит, что это связано с распределением продовольствия и с цепочкой поставки и доставки продовольствия и продуктов питания. И во всех звеньях этой цепочки распределения мы должны обеспечить, чтобы у нас были безопасные продукты питания, и чтобы учитывались в том числе и права рабочих. Мы должны выступать за тех, кто работает на наших полях, на наших угодьях. Это не только касается нашей страны, но и всех других государств. Также вопрос безопасности, связанный с новыми технологиями, является важным вопросом. Вы знаете наверняка, что в наших городах часто поставляются питание, скажем, на велосипедах доставляется питание и так далее. И здесь у них очень плохие условия труда, они плохо оплачиваются, у них нет социального обеспечения, они не застрахованы, у них нет медицинского страхования. И поэтому в нашем государстве есть инициатива, которая направлена на то, чтобы решить эти вопросы страхования, вопросы безопасности. И государственные системы социального страхования и соответствующие органы также работает над том, чтобы создать новую национальную платформу для поддержки работающих по найму в этой сфере. Есть целый ряд технологий, которые здесь можно использовать. Блокчейн, искусственный интеллект, который используется в рамках этой поставочной сети. Но нам требуется законодательное урегулирование с тем, чтобы то неравенство и те
небезопасные рабочие условия, чтобы их избежать. Потому что они существуют, несмотря на открытость, на доступность дигитальных или цифровых платформ. Или... Это один аспект нашей деятельности, который мы хорошо понимаем. И многие на правительственном уровне уже работают по данной тематике. И мы надеемся, и мы являемся здесь первой страной, которая работает над таким законом. Мы работаем над законом, который будет действовать на национальном и локальном уровне с тем, чтобы, скажем, повысить уровень защиты прав вот тех работающих по найму в этой сфере. Большое спасибо за эти прекрасные примеры. И страной, которую мы, конечно, рассматриваем в качестве развитой промышленной страны, но все-таки вы по-прежнему стараетесь добавиться равных, хороших жизненных условий в вашей стране. Все-таки хочу вернуться еще раз к Латинской Америке, одной из самых больших, крупных стран мира и этого региона вообще, к Бразилии. Я хочу от вас услышать, как вы с искусственным интеллектом, как вы пользуетесь этими системами и взаимосвязанными системами. Спасибо. Доброе утро. Спасибо, Аня, за приглашение и за ваше введение. Бразильянской IGF с 2011 года каждый год проводится. Мы разговаривали о защите данных, о сфере, личной сфере, интернет-governance, управлении интернетом, кибербезопасность, многосторонний подход и расширение с инфраструктурой, права человека и так далее. И были разные активности в области распознавания лиц, в области других вопросов. Эти, в принципе, все очень важны для Бразилии, потому что в нашем Конгрессе и в рамках правовой нашей системы есть разные инициативы, есть сомнения, что касается сбора данных для искусственного интеллекта и для всего того, что не обязательно связано с защитой приватной сферы. И в Бразилии исследования проводятся по последствиям распознавания лиц и другие инструменты, которые полиция, например, тоже использует, как эти системы могут именно какое влияние могут иметь на меньшинства в нашем обществе. Еще один важный вопрос – это влияние на общее общество в связи с искусственным интеллектом в коммуникационных системах. Мы считаем, что это влияет на демократические процессы, особенно в предвыборных кампаниях, когда именно распространяются ложные информации. Были разные воркшопы, семинары были проведены в течение последних 2 лет, потому что есть такая боязнь, что в демократических процессах, что эти демократические процессы могут пострадать из-за этих новых технологий. Мы пользуемся многосторонним подходом и разными действиями, мероприятиями, которые приведут к результатам для оживления общественной дискуссии и для того, чтобы стимулировать соответствующие действия со стороны Конгресса, со стороны нашего парламента, со стороны правительства. И есть один проект по именно исследованию распознавания лица и со стороны публичного сектора. Некоторые протестуют против этого, чтобы защищать права граждан. Есть, например, организации защиты потребителей, которые выступают против таких технологий, которые обращают внимание к тому, что эта технология зачастую именно нарушает прав граждан. Спасибо. Спасибо за интересную информацию, интересный вклад. Иногда технология шагает очень быстро вперед,
Это правильно. И такой научно-исследовательский подход может очень помочь, может быть очень полезным для того, чтобы предсказать последствия для будущего. Я думаю, что Бразилия хороший пример здесь, в этом направлении. Теперь перейду на американском континенте, на север. Нэнси с Канадой здесь присутствует, и мы очень рады этому. Нэнси, прошу вас рассказать нам кое-что о приоритетах в развитии новых технологий в Канаде. Спасибо, Аня. Меня зовут Нэнси Картер, и я работаю, то есть я являюсь главой Канадского налогового комитета. Один из наших приоритетов был реагировать на безопасность или угрозы в сфере ИКТ. И одна из наших организаций исходит из того, что у нас 114 миллионов разных интеллигентных умных аппаратов. И это число очень растет. Даже два аппарата такие или три на каждого человека в стране. Эти ИКТ, эти умные аппараты, они много обещают и генерируют много данных. Но, конечно, здесь скрываются и большие опасности, и угрозы. Если речь идет о безопасности, то это зачастую такие моменты встроятся в эти аппараты только попозже, и трудно для потребителя оценить с точки зрения безопасности, какой аппарат у него есть. Это может, конечно, привести к манипуляции данных, и это может привести к большому ущербу, и это и для потребителя, и для интернета вообще большая угроза. Интернет-организация в Канаде работает сейчас над новой сетевой структурой, чтобы такие аппараты были бы защищенными в определенной степени. В 2012 году IGF включил и все стороны в эти процессы, чтобы этикетирование этих аппаратов вести, разные маркировки были обсуждены, и какие разные критерии безопасности надо учитывать, чтобы обеспечить безопасность для потребителей. И даже многоязычные инициативы были учтены, глобальная гармонизация, как и тема прозрачности. Пан-канадский подход, так сказать, все канадские подход выбрать, это считалось главным, и поэтому, значит, мы рассмотрели вызовы в сфере безопасности и были подготовлены рекомендации определенные. Приоритет главный был международные стандарты и, значит, такие этикетирования, которые именно учитывало бы потребности потребителей. Была создана специальная рабочая группа для реализации этих рекомендаций, особенно что касается вклада канадских организаций на международном уровне. IGF Канаде и многосторонний процесс в сфере безопасности являются важными для того, чтобы продвинуть этот процесс вперед в секторе безопасности. Спасибо. Спасибо, что вы все говорили о стандартах. Это важный вопрос. И спасибо, что говорили о многостороннем подходе. И как это может служить населению. Перейдем от канадского IGF в Азию. Йо Чан Чонг из Южной Кореи к нам пришел. Сегодня он нам скажет, какие приоритеты имеются в Южной Корее при использовании новых технологий. В Корее, то есть это страна, в которой потребляется очень много новых технологий, и то есть прилагаются большие усилия для улучшения
стандартов в сфере безопасности. Одновременно мы разрабатываем и новые технологии. В 2019 году корейское правительство разработало программу, чтобы продвинуть этот сектор вперед, развитие технологий, новых технологий, но с учетом безопасности, с учетом и вопроса защиты данных и искусственного интеллекта. Мы создали специальный хаб по искусственному интеллекту, платформу для того, чтобы содействовать открытому обмену данными. Это важно для ИКТ, для стартапов и для искусственного интеллекта, для этих сфер. Это тоже является частью более крупного процесса в сфере данных, чтобы публичные данные в онлайновом режиме именно предоставить общественности на пользование. Есть разные центры по обработке данных, и этот анализ и обработка данных является важным шагом в этом направлении. Массы данных употребляются и в сфере патентов, например, правительство также попыталось ввести изменения в закон об употреблении данных, и основное законодательство, законодательный акт в этой сфере тоже перерабатывался. Это важный стандарт для защиты данных. Такая экономика основывается на обмене данных. Все-таки защита данных играет приоритетную роль в Корее, и корейское правительство пытается защиту данных как-то сбалансировать с употреблением, широким употреблением данных. Технологические стандарты, законодательство. Но так и разные стороны это передают. С другой стороны, новые технологии, связанные с большими сложностями, что касается безопасности, правительство именно сейчас пытается справиться с этим, провести соответствующие тесты. И поэтому был создан национальный офис по кибербезопасности. Это к концу прошлого года было сделано. И в этом рамке были разработаны законы для создания безопасной среды. И таким образом была создана система для борьбы с кибератаками в режиме реального времени. Это было сделано в рамках частного государственного партнерства. Южная Корея очень много денег вложила в этой сфере, особенно в сфере big data и в сфере искусственного интеллекта. Есть агентство специальное, чтобы обнаружить такие атаки в реальном времени, и это очень полезно. И мы на уровне наших вузов разработали соответствующие системы. И эти университеты, эти вузы обмениваются своими наилучшими практиками в этой сфере. Таким образом, мы смогли очень много атаков победить их, то есть справиться с ними. И это очень устойчивый такой подход. В этом году тема нашего саммита в сфере искусственного интеллекта была сплочена с правительство, то есть чтобы правительство вместе принимало бы, все стороны вместе принимало бы усилия соответствующие, предлагали бы для того, чтобы использовать кибертехнология не была бы злоупотреблена. Мы находимся на этапе четвертой промышленной революции, и наше правительство должно этим заниматься, потому что речь идет
о нашем народе. И вот этот наш подход и правительство Южной Кореи очень активно работает в этой сфере, чтобы таким образом решать эти вопросы, чтобы с оптимизмом смотреть на будущее таких технологий. Спасибо, Юнг Чен, за изложение этих важных вопросов. Мне кажется, что это немножко связано с тем, что Северная Македония сказала в связи с кибербезопасностью у них. Я думаю, что это останется надолго на повестке дня нашего многостороннего сообщества. Значит, тем самым мы закончим этот час нашей дебаты с последним выступлением Карина из Колумбии. Вам предоставляется слово. Вы старались распространение интернета и ИКТ в вашей стране содействовать этим процессам, и нас интересует услышать побольше от вас. Спасибо за ваше приглашение. Я очень рада, что могу сейчас выступать за сообщество IGF Колумбии. Мы в октябре провели последнюю встречу, последний форум «Инклюзия, взаимосвязанность и совместные сети». Это были наши главные темы с точки зрения многостороннего подхода. Интеграция или инклюзия является важной темой, а теперь распространение интернета. Более 50% достигло, а цифровой разрыв в первую очередь касается сельских местностей, сельской местности, это и возраста. Наше ИКТ-министерство в прошлом году представило законопроект новый в этой сфере, причем в первую очередь этот новый закон обращает внимание к этому цифровому разрыву. И это, кроме того, на совместные сети, общие сети, которые в регионе работают, стараются подключить и самые, так сказать, удаленные последние деревни к сети и обеспечить прямой доступ этих общин к сетям. Была кампания специальная начата для того, чтобы реализовать этот закон. В этом форуме этих сетевых сообществ представлены важные игроки, и все это можно за счет новых технологий продвигать, которые были бы доступными для всех. Конечно, надо получить и соответствующий доступ полосам частот, но я сейчас не останавливаться буду на подробностях. Хочу просто сказать, что Латинская Америка все-таки имеет очень успешную историю преодоления такого разрыва цифрового за счет таких кампаний. Кампания не была полностью успешной, к сожалению. Она не получила свое отражение в новом законе. И, кроме того, нету прямого автономного доступа к этой частоты, этой полосы частот. Но все-таки эта проблема была признана, и парламент, правительство и бизнес частный поняли, что нужен прямой доступ для частных сетей, и маленькую область все-таки открыли и сделали таким образом возможно начать пилотный проект, который сейчас реализуется. Речь идет о мобильных общих сетевых структур в Колумбии. Мы очень озабочены в связи с тем, что этой проблеме стоит еще больше внимания обращать. И мы обратились в суд
чтобы суд рассмотрел бы, насколько этот закон противоречит Конституции, если такое решение будет принято, что этот закон противоречит Конституции, тогда эти общины сетевые будут получат лучшего признания, и поэтому мы на это смотрим с точки зрения многостороннего подхода, и вот этот наш подход к вопросу инклюзии, инклюдирования или интеграции. Спасибо, мы рады будем услышать о результатах из Колумбии, как этот проект будет реализован. Тем самым мы закончим первый час нашей сессии. В этой части сессии мы хотели вам показать, каким образом новые технологии в разных странах служат разным целям и какие условия имеются самые разные. В некоторых частях мира новые технологии употребляются для того, чтобы питьевую воду чистую получить или для того, чтобы продукты и питание распространять. А в других частях мира бороться с цунами или с другими какими-то катаклизмами природными, а в других странах мира хотят продвинуть интернет и взаимосвязанность и помочь людям в таких регионах, где просто нет достаточной инфраструктуры или нет хорошей инфраструктуры. Это все говорит о том, что это 17 регионов, более 90 стран, которые здесь представлены, которые национальные и региональные эти IGF организуют. И они не только понимают, что новые технологии должны служить развитию и улучшению жизненных условий, но на самом деле они учитывают интересы всех разных групп заинтересованных, и это замечательно. И обнадеживающее, конечно, для того, чтобы новые технологии были бы еще более широко использоваться в этих регионах. Это была сложная дискуссия. Я надеюсь, что все это удалось записать в нашей памятной записке, но становится еще более сложным сейчас, потому что сейчас открываем дискуссию для аудитории, и все можете нам рассказать, как используете новые технологии в ваших регионах, в ваших муниципалитетах, в ваших странах, на региональном, на местном уровне. Я буду задавать... Нет, я буду... Мы будем обсуждать те темы и вопросы, которые тоже в наших публикациях обсуждаются. И потом все будет публиковано после этого форума. Есть три микрофона в зале. Если у вас, если вы не сидите за столом, если у вас нет микрофона на столе, тогда есть просьба использовать эти три микрофона в зале. Пока вы подготавливаетесь, хочу попросить коллегу из IGF Беларуси сказать пару слов о IGF в вашей стране, о национальной ежегодной встрече вашего форума и какие у вас есть Большое спасибо, Аня, за то, что вы предоставляете нам слово и позволяете нам участвовать в этой дискуссии. Мы в нашей стране концентрируемся не только на новые технологии, но и вообще говорим о том, как технологии обеспечают включение, инклюзию и развитие нашей страны. Мы только начинаем эту дискуссию о том, как мы воспринимаем инклюзию и какие формы инклюзии существуют. В общем, мы говорим о технологическом и лингвистическом виде инклюзии. И здесь мы провели важные заседания на белорусском IGF. Несмотря на очень быстрое развитие технологий в Беларуси, существует все равно пробел между технологическим развитием в стране и уровнем инклюзии, уровнем включения и уровнем доступа к технологиям.
Несмотря на то, что веб-сайты должны быть обязательно всегда предоставлены даже для тех, которые видят плохо или даже совсем слепы, в основном предприятия этим не занимаются. Что касается дигитальной инклюзии и доступа, одна из самых важных инноваций в этом году – это электронический опрос в нашей стране. Миллионы людей получили возможность взять свои паспортные данные и подключиться к этой системе и участвовать в опросе, не покидая дом. Ну и в заключение хотела сказать, что мы впервые говорили о лингвистическом включении. Впервые мы это сделали в Беларуси в 2015 году, когда мы включили веб-сайт на кириллском, с кириллском алфавитом. Все больше проектов предоставляются именно на этом веб-сайте. Это был самый лучший пример тому, как такой веб-сайт на национальном языке пользуется, конечно, большой и намного большей популярностью по сравнению с другими. Большое спасибо. Спасибо за то, что вы поговорили об инклюзивности. Это, конечно, очень важный аспект нашего форума IGF и также локальный контент. США, конечно, очень важная страна с точки зрения географической, политической и технологической. Я бы попросила Мелинду рассказать нам о том, на чем же концентрируется на данный момент дискуссии в вашей стране, что касается новых технологий. Спасибо большое, Аня. В США мы, конечно, говорим каждый год почти о новых технологиях, и за последние годы мы особенно концентрировались на интернете вещей, о специфических приложениях, об этике и безопасности. Эти новые технологии, на которых сейчас везде в Америке концентрируются, в основном речь идет об искусственном интеллекте. Этими приложениями сегодня пользуются в финансовом секторе, в секторе IT, в сфере образования и в отдельных отраслях правительства. Американское правительство призвало участников более конкретно определить, что же такое искусственный интеллект, чтобы нам ясно объяснили, что же этот интеллект действительно делает, где его можно лучше всего и эффективнее всего употреблять, особенно в американском правительстве. И мы поддерживаем частный сектор с тем, чтобы он концентрировался на таких аспектах, как этика, безопасная утилизация, безопасное употребление этих технологий. И академики и стейкхолдеры, конечно, при этом играют самую важную роль, но также важно, чтобы и гражданское сообщество, и правительство с нами сотрудничали. Особенно это применяется в области этики, все, что касается этических вопросов. Мы говорим, конечно, о таких вопросах и темах, как инклюзия и защита потребителей. Это применяемо также как и к пожилому поколению, так и к молодежи. В общем, конечно, мы все признаем, что нам нужно более четкое определение искусственного интеллекта, что нам нужны более конкретные стандарты, но в основном, как и все остальное в области технологии, мы принимаем подход многосторонний и это не правительство, которое диктует нам правила. Мы пытаемся теперь разработать стандарты для того, чтобы эффективно пользоваться технологиями и разработать также этические правила для
использования технологиями. Большое спасибо вам за это, Мелинда. Я хотела бы попросить теперь Люсьен рассказать вам о ваших развитиях. Темой этики особенно занимались форумы во Франции. Я, в частности, думаю о высказывании президента Макрона в Париже прошлого года при предыдущем форуме, 13-м. Люсьен, может быть, вы нам расскажете о стандартах, которые применяются во Франции. Вам слово, Люсьен. Большое спасибо, Аня, за то, что вы это упомянули. Действительно, это так. Французский ADF проводился 4 июля. В этом году мы проводили разные воркшопы, 12, по-моему, и разные пленарные дискуссии. И мы решили концентрироваться на 4 главных развития. Сначала об ответственной цифровизации, после, как вы совершенно правильно упомянули, заявление президента Макрона в ЮНЕСКО в прошлом году, что мы хотим над этим работать. Во-вторых, мы говорим о цифровой инклюзии. В-третьих, об управлении данными. И в последнюю очередь, конечно, это сотрудничество, это баланс между регуляцией и управлением. Мы хотели бы создать французскую и международную инициативу на глобальном уровне. Мы в прошлом году говорили о киберпространстве при проведении нашего IGF. И, конечно, мы во Франции тоже работаем на разнейших уровнях. Когда речь идет о борьбе с кибертерроризмом, с киберпреступностью, о борьбе с fake news, то есть лживыми новостями, неправдивыми. И мы концентрируемся на всех тех ключевых темах, о которых вы уже тоже говорили. Конечно, к этому принадлежит и регуляция контента, и искусственный интеллект. Что касается риторики ненависти, что касается управления и регуляции контентом, у нас во Франции очень ведется активная дебата, очень активные дискуссии с тем, чтобы все стейкхолдеры действительно имели бы возможность поговорить об этих темах, которые очень часто пересекаются с нарушением прав человека. Они говорят об этом, например, с французской комиссией, которая занимается этими вопросами очень часто. Они говорят о пользовании искусственного интеллекта, о лживых новостях. И одна из самых важных идей французского IGF были именно эти 4 пункта, о которых я ранее говорил. Спасибо большое, Люсьен. Мы прочли финальный доклад французского форума, и я думаю, он был очень интересен и привел нас также к вопросам, которые, конечно, теперь очень актуальны, особенно что касается прав человека при развитии этих новых технологий. Мы уже услышали от юго-западной части Европы, от Северной Македонии их позицию, но я думаю, что новые технологии – это вызов, конечно, для нас всех. И даже в локальных обществах очень часто в маленьких таких городках существует цифровая пропасть, и очень существуют большие разницы между, например, большими городами или сельскими местностями. Поэтому тут мы должны
всех об этом проинформировать. И я думаю, что ваша часть Европы очень интересна, очень диверсифицирована. Мы уже слышали представителей из Балкана, но, может быть, еще и Трина и Ильяна что-нибудь скажут о их регионе. Что случается, что происходит в вашем регионе? Я знаю, что заседание вашей группы проведется в Молдове. У вас очень много стартапов, очень интересная страна. Может быть, вы вкратце расскажете о новых развитиях? Доброе утро. Да, действительно так. Наше следующее ежегодное заседание проведется в Молдове. Мы, в принципе, являемся еще и развивающейся страной, не принадлежим еще к развитым странам. Но мы будем поддерживать, конечно, поддерживаем развитие интернета у нас в регионе. Если теперь вернуться к теме нашей дискуссии сегодня, это восходящие новые технологии, можно подумать о том, как эти новые технологии могли бы поддержать уязвимые группы в наших регионах. Речь идет всегда о доступе, о технологиях для всех, которые все должны быть в состоянии их оплатить. И мы поговорим о том, как эти технологии, я уже упомянула, могут поддержать уязвимые группы населения. Я попытаюсь вкратце это все описать. Кто-то уже упомянул, я пытаюсь это зачитать. Для большинства людей технология облегчает жизнь, но для людей с ограниченными возможностями технологии просто дают им возможность что-то сделать. Это, я считаю, очень хорошим отражением настоящей ситуации. И такая технология может, например, обеспечить доступ к каким-либо зданиям или местам. У нас теперь есть приложение. Если его скачать, тогда можно следить за движениями лица человека, и тогда люди с ограниченными возможностями могут также действовать и работать онлайн. Им это помогает. Помимо этого, мы стараемся, чтобы всегда субтитры печатались, когда транслируются программы, или же в YouTube, в интернете, или же в телевизоре. Эти субтитры, мы считаем, теперь считаются лучшей практикой для людей с ограниченными возможностями слышать. Я, помимо этого, знаю, что мы часто говорили о том, как люди с ограниченными возможностями успешно пользовались новыми технологиями. В Грузии, например, один человек подал в суд из-за того, что он не имел доступ к одному веб-сайту. В связи со своими ограничениями. Я считаю, что это очень интересная история. Надо посмотреть, успешно ли прошел этот суд. Студенты с плохим зрением теперь должны иметь также возможность проходить экзамены, сдавать экзамены в других формах, чем в традициональных, если они плохо видят и плохо слышат. То есть им должны предоставлять информацию в шрифте Брайль и, может быть, да, даже аудиоинформацию. И послание нашего сообщества из наших дискуссий таково.
мы очень часто не думаем об этих темах, потому что нам трудно подумать о чем-то, что переходит в нашу, что не включено в нашу жизнь. Но стоит во всяком случае подумать, что же мы можем сделать с тем, чтобы обеспечить им подход и пользование этими технологиями. Спасибо большое, Сирина, за то, что вы говорите о разных аспектах из этих стран. Это очень интересно. И я также хотела бы попросить вас всех прочитать информацию из Силик. Они очень хорошо это суммировали онлайн. Мы видим, какие у них дискуссии велись. Потом тема пятого поколения 5G, тоже очень интересная тема, конечно. Или же они воплощают это в рамках национальной цифровой стратегии, или они что-то изменят. Я думаю, что эта тема будет опять включена в ваше заседание в Молдове. Итак, я думаю, что мы получили много информации со стороны Восточной Европы и их регионов. Я думаю, что онлайн у нас тоже есть какой-то комментарий. Нет. Значит, пока еще нет. Может, Юлиана позже сможет что-то зачитать. Я хотела бы перейти из Европы к региону Латинской Америки. Это тоже очень интересный регион мира, особенно в Карибике. Очень много островов там находится. Очень интересно с точки зрения инфраструктуры, что для нас тоже очень важно. И я знаю, что в Гватемале проходил уже региональный IGF. Может, вы подойдете? Или займете место за столом. Пожалуйста, расскажите нам, в чем состоят приоритеты Гватемалы? Какие там развития? Пожалуйста, я из Панамы, не Гватемалы. Тогда, пожалуйста, сначала слово предоставляется представительнице из Панамы. Спасибо. Я буду говорить на испанском, потому что это мой родной язык. В 2019 году мы провели второй региональный IGF в Панаме. Эта инициатива была создана в 2017 году. И после того, как мы принимали гостей у нас из всей Латинской Америки и Карибики, это было очень важно для страны Панама и для всего региона. Частное пространство, защита данных были очень важными темами, потому что мы окружены двумя большими странами, Мексика и Колумбия рядом с нами. Ну, и у нас очень много проблем с безопасностью в нашем регионе. Наше правительство хотело бы решить эту проблему путем использования очень строгого надзорных технологий, то есть у них везде поставлены камеры, и мы считаем, что это слишком влияет на частное пространство наших граждан. Очень часто нам не хватает знаний о наших собственных правах, и граждане недостаточно осведомлены. Поэтому мы считаем, что это действительно проблема для всей страны. IGF концентрировался именно на этих темах. Частное пространство, защита данных, а также информации, распространение информации среди граждан, с тем, чтобы все знали, что эти технологические приложения должны служить человечеству, а не наоборот. Федеральный канцлер Ангела Меркель сама об этом говорила. Это главные темы, главные приоритеты для нас. Как же мы хотим сделать наши города умными городами, особенно что касается Панама-Сити, без влияния на частную жизнь граждан. Панама стратегически расположена между двумя американскими
континентами, если вы так хотите, между Северной и Южной Америкой. И правительства двух сторон хотели бы, чтобы мы стали технологическим центром, таким технологическим хабом для двух сторон. Но с тем, чтобы обе стороны имели технологический доступ к нам в Панаме, мы должны соответствовать каким-то критериям, не только со стороны налогов, но и что касается политики, с тем, чтобы мы могли поддерживать и принимать эти инвестиции и увеличить аттрактивность нашей страны. На данный момент это не так, поэтому мы проводим заседание с тем, чтобы разработать, как же мы можем открыть такие возможности, но не нарушая права человека. В Панаме на данный момент живут 7 коренных народов. Это не так много, как в Гватемале, но мы стараемся обеспечить и этим группам, этим коренным народам доступ к интернету. То есть здесь мы тоже разрабатываем меры с тем, чтобы они могли иметь доступ к интернету, и с тем, чтобы интернет был действительно свободным, открытым и универсальным для этих групп. И с тем, чтобы эти технологические источники тоже давали им, предоставляли им возможность к занятости и к лучшему уровню жизни. Об этом мы говорили на нашем региональном АДЖФ 2019 в Панаме. Спасибо большое, Аня, за твою работу на протяжении всего года с тем, чтобы это стало возможностью. Я не знаю, есть ли у нас вообще кто-то из Гватемалы сегодня, кто мог бы рассказать нам об IGF Гватемале? По-моему, нет. Тогда хочу поблагодарить Ли. И если мы останемся в этом регионе, перед тем, как мы перейдем к Европе, и я предоставлю вам всем возможность задать вопросы или сделать какие-то комментарии. Может быть, Роберто, вы из Боливии, вы тоже были одним из хозяев американского IGF. Это ведь очень интересный регион. Расскажите нам об использовании региональных новых технологий. Вы ведь тоже организовывали совсем недавно этот региональный IGF. И я знаю, что вы с теми странами, которые там участвовали, тоже очень обширно говорили об этой теме. Большое спасибо, Аня. Как вы совершенно верно сказали, между регионами, между странами существуют очень большие разницы. В Боливии мы где-то в середине находимся. Я бы сказал, что иногда мы изолированы, когда у нас нет доступа к интернету вещей. В основном университеты являются теми, кто работают над научными проектами. В прошлом году, например, да и в этом году тоже, мы попытались вступить в контакт с разными участниками, с разными стейкхолдерами и провести воркшопы по этим темам. Мы сотрудничали с учреждениями в Боливии и несколькими университетами. Что же мы попытались сделать? Итак, мы разработали проект действий с тем, чтобы тестировать интернет вещей, вещи, которые подключены к интернету, и после этого разработать правила, которым должны соответствовать эти вещи. Я считаю, что это было очень положительным опытом, который нам позволит работать и в будущем. Помимо этого, конечно,
эти новые технологии очень интересны. И что очень интересно, это поколение, пятое поколение 5G. Мы пытаемся реализовать эту технологию 5G в нашей стране. Это пятая технология, пятое поколение технологий. У нас мы провели несколько заседаний в Боливии и выслушали разные точки зрения совершенно. И, конечно, пришли к заключению, что нам предстоит еще много чего сделать перед тем, как мы будем в состоянии ввести это пятое поколение технологий. Ну, вообще, как общество, стоит всегда вспомнить, что есть еще и другие технологии, как, например, четвертое поколение технологий, которые мы, в принципе, еще не полностью использовали как страна. Может, это зависит немножко как-то от цен, модели цен, которую мы применяем, которую пока еще не все могут себе позволить, и поэтому не все люди еще в Боливии подключены к интернету. Ну, конечно, такая ситуация существует и в других регионах, в других странах. О нашем региональном форуме по управлению интернетом, о региональном IGF у нас не было разных дискуссий о новых технологиях. В основном мы говорили о частных темах, о частном секторе, как это сказала и моя коллега из Панамы. А в общем, инновация, те действия, которые мы предпринимаем у нас в регионе, вот об этом мы говорили. И я думаю, что мы еще не говорим достаточно, может быть, об этих темах, потому что действительно это так. Страна от страны отличается, и также отличается мера, в которой мы пользуемся новыми технологиями. Большое спасибо, Роберто. Большое спасибо за эту перспективу Латинской Америки. Нам также очень важно действительно поговорить о различиях на рынке, что касается пятого поколения технологий. Может быть, мы можем услышать и другие перспективы. Большое спасибо за то, что вы встали в очередь. Может быть, я могу попросить вас остаться там, подождать еще пару минут. Но в заключение я хотела бы удержать три аспекта, в основном из Восточной Европы, а потом, конечно, из вашей стороны. Потом мы откроем дискуссию, у нас еще где-то 40 минут в нашем распоряжении, поэтому я с нетерпением жду, конечно, ваших высказываний. Хотела бы просто, перед тем, как я предоставлю слово Армении и русской ЧФ, есть ли здесь кто-то из Эквадора? Может быть, вы могли бы вкратце сказать по тому поводу, что Роберто сказал. Вы же очень близки, ваша страна и Боливия, потому что у вас совершенно другие приоритеты. Большое спасибо. Я буду говорить от имени Эквадора и именно на своем родном языке. В рамках вопросов, которые здесь были заданы, были также и вопросы в отношении уязвимых групп. В Эквадоре ситуация такая, что есть группы, которые не имеют доступа. 60% они имеют доступ к интернету, остальных нет. Что происходит с другими группами? Государственные органы в Эквадоре передали информацию, частичную информацию о различных семейных структурах. Данная информация была неправильная. Речь у нас 17 миллионов эквадорианцев, и не все от нас подключены к сети или к интернету. Информация о лицах, которые умерли, все еще находится, содержится в интернете. Для нас это является большой проблемой. С другой стороны, речь идет о новых технологиях, и как новые технологии являются угрозой. Вы знаете, и в другой группе
принципе, возникли уже, были обсуждены вопросы, связанные с лицами с ограниченными возможностями. У нас очень большая, так сказать, работа проведена в отношении биометрического учета данных, персональных данных, а теперь речь идет уже о доступе к общественным услугам, государственным услугам, в том числе о биометрическом учете биометрических данных людей с ограниченными возможностями. И таким образом они могут проводить определенные действия в интернете. Но эти данные доступны в интернете без того, чтобы эти люди дали свое согласие на хранение этих данных. Это значит, что государства могут пользоваться этими данными, не предъявляя какие гарантии. Что мы делаем с тем, чтобы предотвратить такие действия? Подход многосторонних или заинтересованных, многостороннего захода заинтересованных сторон в Эквадоре, мы на нашем 5-м заседании приняли следующее решение. Во-первых, следует повысить уровень защиты данных экваторианцев, и речь также идет о том, чтобы биометрические данные были защищены, в частности, именно те данные, данные тех лиц, которые имеют ограничения или которые не достигли избирательного возраста и не могут согласиться с использованием своих данных. Да, это, конечно, перспектива, которую мы часто забываем, что есть люди, которые не пользуются интернетом, но их данные используются, например, для коммерческих целей. Это очень важная тема. Она должна быть предметом для обсуждения и в социальных договорах во всех государствах, с тем, чтобы можно было предпринять соответствующие меры для того, чтобы защищать данные, персональные данные этих людей и подготавливать, учить людей, как они должны действовать с этими данными. Я думаю, это очень важная концепция. На этом месте я хотел бы эту часть нашего заседания закрыть и представить восточноевропейский регион, о котором мы уже слышали. В частности, я хотел бы... Вильяна здесь осуществляет мультитаскинг. Она является нашим внешним экстерным модератором. У нее тоже очень успешный национальный IGF в ее стране, а именно в Армении, страна, которая быстро развивается в области новых технологий. Я хотел бы предоставить Лиане возможность предоставить приоритеты именно армянского IGF. Большое спасибо. Я выступаю здесь от имени армянского IGF. Я являюсь координатором данной организации, и новые технологии имеют многие последствия для экономики и для общества. Открывают там новые возможности для новых моделей бизнеса, которые содействуют и развитию культуры, которые имеют большой потенциал в области образования. В ходе 5-го армянского IGF, который в этом году проводился в октябре, мы занимались именно вопросами AR, augmented reality, дополнительной реальности. В этой сфере в последние годы у нас было очень много успехов, и этот... Дополнительная реальность часто используется в области логистики, в розничной торговле, в производстве. Многие понимают, какой потенциал есть у этой технологии. Они разрешают новые здесь подходы, и таким образом улучшается соответствующая деловая работа. У Армении очень богатая история, богатая культурная история в Армении. Министр культуры начал работу над проектом, где речь идет о том, чтобы знаменитые художники и их знаменитые картины были представлены в рамках этой дополнительной, кстати, технологии. Надо культуру делать более привлекательной для людей, которые не имеют доступа, или лица, которые имеют только лишь ограничения в доступе. Наша культура имеет 3000 лет. Это просто представляет нам более глубокую информацию о тех артефактах, которые существуют в нашей культуре.
повышает аттрактивность, привлекательность и привлекает также людей, которые хотят посетить нашу страну или хотят ознакомиться с страной. В Министерстве образования есть инициатива по школьным учебникам, где усиливается или привлекательность учебников, потому что пользуется соответствующая технология. В режиме реального времени можно осуществить визуализацию, в том числе и в трехмерном пространстве. Пилотный проект в данное время занимается или покрывает предмет физики и предоставляет школьникам возможность учиться физическим феноменам и принципам и с помощью именно этой технологии AR. В конце концов, все предметы школы должны получать соответствующие программы. Это должно облегчить процесс обучения, сделать его более успешным. Это та дискуссия, которая в данное время мы проводим сейчас соответствующую работу. Спасибо. Было нам интересно узнать, насколько важно именно обсуждать эти вопросы и в рамках нашего мероприятия. Конечно, национальные и региональные инициативы являются очень важными. Их устойчивость состоит в том, что молодые люди очень рано вовлекаются в этот процесс, с тем, чтобы они позже успешно работали или продолжали ту работу, которую вы начали сейчас. Таким образом, создадим лучшую среду для всех нас. Как молодые люди смотрят на новые технологии? И здесь мы познакомились с инициативой из Украины, которые провели прекрасную работу в Украине. На этом месте хотел бы я передать слово IGF Украина. Большое спасибо. Меня зовут Валерия. Я являюсь модератором молодежного IGF в Украине. Я представляю здесь молодежный саммит IGF. На первом месте. Сначала я хотел бы поблагодарить вас, что вы данную тематику вообще подняли на повестку дня, потому что сегодня утром у нас была первая встреча с организацией ВИНТ. И это является очень важным моментом для молодых людей быть выслушанным на таком форуме. Это очень важно. Вкратце. Что касается наших достижений. В этом году мы очень много говорили о инклюзии в молодежном IGF. У нас была группа школьников из Белозерска, и они исследовали правительственные сайты насчет того, как они, ориентированы ли они на людей с ограничением в области зрения. Не все они хорошо настроены на это, но мы очень рады, что мы пошли сделали первый шаг этого длинного пути, чтобы данная тематика инклюзия действительно обсуждалась бы на более высоком уровне. И что я хотел сегодня бы подчеркнуть, это следующее. Я хотел бы призвать все заинтересованные стороны призвать к тому, действовать в смысле этой цели, потому что только если мы будем совместно работать, то нам удастся все сделать как надо. За это я хотел бы поблагодарить. Большое спасибо. Это очень трогательные слова, являются очень хорошей информации для нашего отчета, потому что данная тематика важна не только для нашей молодежи, но и для всего сообщества IGF. На этом месте я хотел бы заключить данные. Отчеты. Российский IGF празднует свое десятилетие. Был очень интересный саммит, и были представлены новые технологии, обсуждены новые технологии. Об этом мы сейчас услышим, а именно цифровые технологии в России и ваши размышления по данному поводу.
Большое спасибо. Позволю, разрешите говорить мне по-русски. Это мой родной язык. Я хотел бы тоже сказать несколько слов о российском IGF и о российском интернете. Кстати, важным аспектом является то, что в этом году мы празднуем не только 50 лет всему интернету. Именно 25 лет назад России был делегирован национальный домен .ru, который вначале зарождался всего лишь как проект доступа научной информации для исследовательских организаций, а сегодня, через 25 лет, российский интернет – это уже уникальная экосистема, включающая в себя огромное многообразие различных сервисов, от независимых собственных поисковых систем, социальных сетей, почтовых сервисов, различных онлайн-торговых площадок и многое-многое другое. При этом важно подчеркнуть, что российский интернет, с нашей точки зрения, был и остается неотъемлемой частью мирового цифрового пространства. И сохранение двухсторонней открытости российских цифровых границ, открытости рынка для стартапов, для инвестиций является приоритетом для, в том числе, и руководства страны. Об этом этот принцип был подтвержден одним из руководителей администрации президента России Сергеем Кириенко в ходе его выступления как раз на российском форуме по управлению интернетом. Организатором этого старейшего и крупнейшего на евразийском пространстве форума является координационный центр доменов РУ.РФ. Это некоммерческая организация, задачей которой является развитие интернета в Российской Федерации в интересах национального и мирового интернет-сообщества. Важно, что мы пришли к пониманию, что для обеспечения устойчивой работы сети необходимо опираться на исследование перспективных технологий, таких как искусственный интеллект. И здесь крайне важно подчеркнуть, что такая тема обсуждалась в рамках секции российского форума, и ее итоги как раз были учтены при создании государственной национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в октябре этого года. Нельзя не отметить и другой важнейший вопрос. Это вопрос защиты безопасности данных пользователей и борьба с киберпреступностью. Мы продолжаем придерживаться мнения, что оптимальным решением может быть только тесная межгосударственная кооперация, основанная на гармонизованных национальных регулятивных нормах. И здесь для достижения этого целесообразно как раз начать создание при международных организациях постоянных рабочих групп из представителей правительственных структур стран, участниц процессов управления интернетом для выработки сбалансированных решений, отвечающих интересам всех заинтересованных сторон. Мы убеждены, что мультистейкхолдеризм как раз успешно зарекомендовал себя как эффективный подход в сфере управления интернетом, где государства выступают как гаранты реализации нормативно-правовой базы. В заключение хотел бы сказать, что в целом регуляторная среда, с одной стороны, призвана поддерживать безопасное и устойчивое развитие экосистемы интернета, обеспечивать всем гарантии защиты законных прав и интересов пользователей, национальных компаний и государства в целом. Но важно обращать внимание и на другую сторону. Это стимулирование, инновационное развитие, технологические прорывы, конкурентная и открытая среда для всех заинтересованных сторон. Большое спасибо за возможность выступить. Thank you very much for bringing the inputs from Russia to our... Да, большое спасибо. Нам кажется, что данным везде придается очень большое значение, и Россия является хорошим примером по сотрудничеству различных заинтересованных сторон, именно технологического сообщества. И, конечно, правительство здесь играет большую роль, и это мы видим, именно
также и в том, что всегда были представлены высокие представители правительства при различных заседаниях IGF. Таким образом, мы отработали весь наш список. У нас была очень хорошая входная, так сказать, информация. Но у нас здесь еще есть заявление со стороны национальных таких организационных структур. Сначала Афганистан. Большое спасибо, Аня. Я сожалею, что мы прибыли так поздно, немножко опоздали. Сначала я хотела бы сказать несколько слов об истории IGF в Афганистане. У нас существует национальный IGF как платформа для диалога заинтересованных сторон по тематике интернет-политики в Афганистане. Наш региональный IGF был учрежден в 2017 году. И был признан секретариатом. Таким образом определяется сознание и вызывается сознание для такого многостороннего подхода. И нас призывают именно к такому многостороннему подходу заинтересованных сторон. В 2017 году у нас была первая встреча, собрались в большом кругу с тем, чтобы обсудить вопросы управления интернетом. В 2018 году у нас был второй саммит, а именно в мае. А третий национальный саммит или третья национальная IGF встреча была проведена в 2019 году, куда пришло более 500 участников из технической среды, из правительства, со стороны гражданского общества в Афганистане в том числе. Вот почему встреча IGF в 2019 году была такой успешной. Повод это связано именно с тем, успешно связано с тем, что многие темы, как, например, доступность в виде, скажем, подключенность, доступность в финансовом смысле, защита прав потребителей, равноправное отношение ко всем и вопросы учета всех заинтересованных сторон. Это все мы, скажем, учтили, и поэтому была такая высокая заинтересованность. Мы также создали детскую академию. Это является чем-то уникальным. На третьем саммите мы говорили о кибербезопасности, о доверии и частной сфере, или приватной сфере. В 5 заседаниях обсуждали вопросы прав человека, вопросы молодежи, вопросы управления интернетом, вопросы средств массовой информации, контента, доступа, инклюзии и новых технологий. Все вот эти вопросы обсуждались в ходе этого саммита. Хотелось еще сказать, что я видела в онлайновом режиме вашу встречу, но у вас только лишь 10% людей, населения связано с интернетом, но было очень интересно вас услышать. Что вы выслушивали по тематике новых технологий? Я знаю, что вы говорили в том числе и об искусственном интеллекте. Да, мы говорили об искусственном интеллекте, об интернете вещей, а именно с различными представителями правительства, но также и с представителями частного сектора, сектора бизнеса. Речь шла в том числе и о создании инфраструктуры, и о доступности, подключаемости, подключенности, как можно данные технологии вообще использовать в нашей стране на практике. Большое спасибо. Ваш отчет скоро будет опубликован на вашем веб-сайте, а также на веб-сайте IGF. Я могу только лишь предложить вам все тоже в онлайновом режиме оповещать о таких встречах. Роман из России тоже здесь представлен, предоставляет правительство. Да. Большое спасибо. Уважаемые дорогие коллеги,
было очень интересно выслушать вас, как вы представляете и развиваете свои национальные IGF. Это, конечно, очень много связано с большой работой, много опыта, с которым вы можете поделиться. Это касается и нас в наших будущих форумах. Если посмотреть на карту мира, тогда я могу еще добавить, что и во Владивостоке проводилось заседание IGF. Это значит, что этот регион покрыт, так сказать, нашими действиями. У нас есть стенд нашего центра по содействию международным инициативам. А именно в коридорах здесь нашего здания, здесь там вы можете получить соответствующую информацию о нашем подходе мультистейкхолдеров. Большое спасибо за те идеи, также, которые были представлены в прошлом году во Франции, где также мы получили новые идеи, что связано с договором об интернете, те идеи, которые были представлены Джо Кезером, а также господином министром Альтмайером. Эти вопросы часто уже обсуждались также и нами. И, пожалуйста, я приглашаю вас посмотреть на наш стенд, проинформироваться у нас. И мы поддерживаем и наших друзей из Армении, из Беларуси, из Украины, из Молдовы. Мне очень понравилось, что вы сказали о культурном наследстве и как могут молодые лица через интернет принимать в этом деле участие. Я думаю, это очень важно, защищать наше культурное наследство, защищать наши, так сказать, языки, использовать для этого и современные технологии. Поэтому я предлагаю, чтобы мы в евразийском пространстве мы приглашали друг друга для обмена мнениями. И, конечно, весь остаток мира тоже мы можем приветствуем у нас и посетить наш IGF в России. Большое спасибо, Роман. Для нас в секретариате это является очень хорошим, важным указанием или информацией, чтобы информация, если мы на карте видим, где везде существуют такие IGF. Хотел бы представить сейчас слово тем, кто уже стоит у микрофона и хочет высказаться. Мэри, вы уже довольно долго ждете своей очереди. Большое спасибо. Аня, я так рада такому обмену здесь. Меня зовут Мэри Удума, и я представляю здесь Нигерию. И представляю здесь американский IGF, а именно западноафриканский IGF. Для нас особенно важным является то, что новые технологии могут сделать для того, чтобы решить наши самые срочные проблемы, особенности в сфере сельского хозяйства, в области природы, в области экологии. Часто у этих предприятий есть идеи, например, использования дронов для орошения наших угодий, для того, чтобы, скажем, удобрять наши поля и наши угодья. Но есть все еще, конечно, и вопросы, и проблемы, связанные с безопасностью. Речь идет, например, не только о жизни, но и о собственности, но также и о вопросах, да, власти или силы, которые тоже зависят от таких технологий. Важным является именно то, чтобы мы не только лишь говорили, но чтобы у нас были такие используемые на практике сети сотрудничества, чтобы мы поддерживали друг друга. Мне очень понравилось, что сделает Италия в рамках IGF, или Чад, или Россия. Как мы можем конкретно осуществлять межсекторную работу? И как мы можем привлечь в эту работу и к этой работе технологические предприятия из других частей света. Большое спасибо, Мэри. Таким образом и начинается сотрудничество именно в ходе диалога. Я думаю,
мы можем много узнать о региональных и национальных перспективах, и, может быть, из этого затем или в связи с этим возникнут новые проекты. Я Лина Мочи из Ганы. Я являюсь модератором молодежного процесса IGF в Гане. И в этом году у нас была встреча, был саммит. Только что у меня была очень интересная встреча с инициативой WIND. Там речь шла о встрече с молодежью. Речь идет о будущем труда, о цифровых рабочих местах, об инклюзии. Мы находимся в фазе четвертой промышленной революции, от ручного труда к цифровому труду. В нашей части мира мы смотрим на принципиальные вопросы подключенности и инклюзии. Во-первых, создание инфраструктуры самой, которая делает возможным такой доступ. В Гане мы говорили в рамках молодежного IGF о том, как возможно использовать наилучшим способом, с наивысшей пользой для нас новые технологии. Потому что часто люди боятся, что они потеряют рабочее место из-за новых технологий, но это не так. Наоборот, могут возникнуть новые шансы для молодых людей, для молодого поколения. Об этом мы говорили. Затем у нас была возможность провести еще следующую встречу в рамках Африканской конференции по интернету и данным. Мы говорили о новых технологиях и о цифровом будущем Африки. Нашим основным вопросом является именно то, что делать из-за нашего географического положения с теми ограничениями, которые для нас существуют. Но как мы можем при всем этом использовать те преимущества, которые предлагают нам новые технологии, в том числе и искусственный интеллект и интернет вещей. Кроме того, конечно, устойчивость использования технологий является важным. Но мы должны решить вопрос, откуда взять деньги и как мы можем реализовать все то, о чем мы уже говорили и говорим. В апреле у нас была наша встреча. Я все еще помню, что мы говорили, а теперь мы работаем над реализацией того, что мы обсудили. Я думаю, мы на хорошем пути. Большое спасибо за предоставление именно действий в Гане. Теперь Сандра. Сандра представляет на европейский IGF. Спасибо, Аня. Надеюсь, что не поздно вас всех поприветствовать на моей родине, потому что я из Германии, и то, что до сих пор мы от вас услышали, можно учиться, и можно вот это все очень интересно и тоже и для нас. Поэтому большое спасибо, что вы излагали ваш опыт. Я не буду говорить о том, что о чем мы говорили в рамках Юродика в прошлом году. Вы можете сами послужиться, там есть брошюры. Но вы можете использовать этот шанс, чтобы смотреть на будущее. То есть, что стоит перед нами? Это два вопроса. Если говорить о новых технологиях и о том, как мы их сможем использовать в нашей жизни, то есть одна группа стейкхолдеров, в первую очередь, которые особенно важными являются, а это представители парламентов, то есть парламентарии и депутаты в ваших странах. Мы в рамках нашего форума здесь собрали очень много депутатов разных парламентов из разных стран мира, особенно из южной части нашего мира. И я могу только призывать вас встречаться с ними. Они завтра будут встречаться, будет специальный митинг, специальная такая встреча, специальная сессия именно для парламентариев. И они будут разговаривать о своей работе, о своей деятельности. И могу, конечно, только вас призывать к тому, чтобы их приглашали бы участвовать ваших национальных IGF форма. И в связи с новым отчетом о цифровой сотрудничестве, я хочу сказать, что мы, как Юродик, также
провели процесс консультации. Мы сегодня во время обеда, так сказать, в обеденный период, еще раз вернемся к этому вопросу. Региональные формы IGF будут обсуждать, что это означает за наше будущее, значит, IGF Южной Америки. Также говорили об этом, мы приняли решение на неформальной основе встретиться и еще раз включить в нашу дебату результаты рабочей группы ООН, и что это означает для работы национальных и региональных IGF. Я могу только вас призывать к тому, чтобы проучили бы этот отчет на высшего уровня, и приглашаю вас на эту дебату. Спасибо, мы охотно это сделаем, и мы очень рады, что вы упомянули о парламентариев. Это частично было трудно реализовать, организовать в данной форме, но считаю, что это очень успешным. И обращайтесь к Сандре или ко мне, и мы сможем вам помочь установить контакты, потому что это ваш единственный шанс теперь привлекать ваших депутатов в вашу работу. И мне кажется, тогда мы продолжим с этой стороны. Официально осталось еще 5 минут, но, может быть, еще 5 минут больше, немножко продолжим, но тогда надо уже заканчивать. Александр Розин из России. Я представляю гражданское общество. Я хочу сказать, что российские национальные IGF вообще там только это под контролем депутатов, правительства. У нас нет возможности для дискуссии. Не было ни один раз секция откровенного микрофона, где все смогли бы выступать. Это полностью под контролем правительства находится, и есть просьба использовать ваше влияние, чтобы это изменилось. Благодарю вас, господин Чуков, что вы здесь, и что вы здесь представили ваши позиции, вы представляете наше правительство. Но все-таки хочу упомянуть о некоторых технологиях и вопросах, которые вы не сказали. Массивная цензура с помощью государства, массовый надзор с помощью распознания лиц. И репрессивные тоже мероприятия, меры, которые также употребляются против интернет-активистов. Я надеюсь, что на следующем году наш IGF-форум на самом деле будет приглашать всех стейкхолдеров, всех групп, чтобы говорить на этом уровне обо всех вопросах. Благодарю всех, которые участвовали в конференции в Владивостоке в прошлом году. Там на самом деле был многосторонний подход. Хочу представителей из Грузии и Украины, хочу их поприветствовать и поблагодарить им, потому что на самом деле там соблюдается такой многосторонний подход. Я думаю, не будем сейчас отвечать непосредственно на это, потому что мы разговариваем здесь о новых технологиях, а не о том, как организуются сами национальные и региональные IGF. Мы очень уважаем эти 120 организаций, которые подготавливают эти встречи уже 11 лет. Прошу вас это уважать. Мы концентрируемся сейчас на нашу дискуссию о новой технологии. Александр, вы все-таки сложные темы здесь подняли, но это выражение мнения, конечно, мнений. Мы не контролируем национальные и региональные инициативы и IGF, и мы только их поддерживаем в их работе. В России были определенные проблемы, иногда бывали в связи с этим многосторонним подходом, но я заверяю вас в том, что мы всегда откровенны для любых дискуссий. 20 секунд, пожалуйста, не больше. Спасибо. Да.
Мы знаем друг друга хорошо, Александр, мы говорим, разговариваем друг с другом. Я думаю, вы были все-таки представлены в нашем форуме. Я, кстати, не была одним из организаторов, но был руководителем одной из секций, и были много разных вопросов, которые там обсудились с многих сторон, и думаю, что эта критика не оправдана. И я приглашаю, как уже сказал, вас всех прийти к нам и сами получить впечатление. Я не представляю правительство, я представляю гражданское общество и думаю, что всегда хорошо провести такие факт-чеки, то есть проверить факты. Хорошо приехать к нам и сами увидите. Я разделяю озабоченность о будущем интернета, потому что разные страны по-разному смотрят на этот вопрос управления интернетом. Но в России не вижу цензуры никакой. Я думаю, что есть свободное самовыражение. Ваш интернет-сайт тоже работает, Instagram и так далее. Вы пользуетесь этими инструментами, так что мне кажется, что это неадекватно то, что здесь было высказано. Давайте будем вместе работать и будем учитывать интересы всех разных групп. Еще раз должна вас призывать к тому настоятельно, чтобы ограничиться темой, которую мы определили для сегодняшней дискуссии. Прошу вас именно только об этом вопросе новых технологий выступать, потому что мы очень долго работали, чтобы эту повестку дня составить. Дженнифер Чан, спасибо. Я Азиатско-Тихоокеанскому региональному форуму принадлежу. Хочу поблагодарить тем коллегам, которые уже об нас упомянули неоднократно. Я у Вануату. Вануату была на последнем IGF. В России мы также были представлены на 10-м IGF и на 25-м, значит, отмечение 25-летия .ru также были представлены. И на самом деле это было очень хорошее мероприятие. И в следующем году мы посетим Непал. Значит, в общем-то, конечно, многие большие вызовы, особенно в нашем регионе, если разговариваем о новых технологиях, это весь спектр. Но хочу говорить о том, что в Владивостоке было обсуждено этика за компьютерами. То есть это была очень интересная, очень оживленная дискуссия. Речь шла об этике, о том, как этику учитывать уже в школах, в образовании, ответственно вести себя в рамках этих новых технологий, и что это не какие-то твердые понятия, что это все гибко меняется все время. И мы также говорили о многостороннем подходе, если речь идет о криптологии, это тема, которым мы не часто занимаемся в рамках IGF, но особенно криптовалюта, криптовалюта является открытой, есть низкие очень барьеры доступа к этим валютам, и интересно будет увидеть, как это криптовалюты будут в будущем регулированы. Мы говорили об регионе АПАК и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы говорили о явлении фишинга и в Японии недавно в рамках группы 20 было соответствующий митинг, то есть соответствующий саммит был проведен.
Защита инвесторов, защита потребителей играли там большую роль, и борьба с финансовой преступностью. Кроме того, мы говорили о безопасности в рамках интернета вещей. Я думаю, что это для вас всех также очень актуальная тема, и многие из вас очень заинтересованы в этом. Мы с точки зрения окончательного пользователя об этом говорили, и из Тайваня получили актуальную информацию. У них есть актуальный гражданский проект, который, значит, в рамках которого они ищут решения для проблем в сфере безопасности. Там была очень оживленная дискуссия о резолюции ООН 68 и 167. Речь идет о том, что, значит, о противозаконном надзоре, контроле и о сборе данных, это что это очень большое вмешательство и ущемляет сферу личности и является угрозой для демократического общества. Была очень интересная дискуссия об этом. Кроме того, речь шла о концепции общества, основывающегося на искусственном интеллекте. Как можно классифицировать все это, как возможно справиться с разными боязнями и угрозами, и как искусственный интеллект может быть построен на основу доверия, и как это в национальную политику вообще как бы воплощать. Кроме того, мы говорили о вызовах искусственного интеллекта во всем мире и о том, как глобально искусственный интеллект может глобально внести вклад, например, в сферу здравоохранения и вообще для достижения целей устойчивого развития. Я приглашаю вас всех в Катманду приехать, в Непал. Там будет проведение следующей встречи регионального IGF. Я надеюсь, что мы там встретимся. Если нет, то онлайн увидимся, безусловно. Мы сбились немножко с нашего графика, и было бы хорошо, конечно, если все смогли бы выступать, поэтому осталось буквально несколько секунд. Еще есть и вклады онлайн. Да, из Северной Македонии Александр Чачаев сказал, что были очень интересные дискуссии здесь о новых технологиях, о применении новых технологий. И вот там ситуация такова, что ответственный министр проводит и, значит, разработал очень большой проект в этой сфере по улучшению жизненных условий граждан, чтобы все службы, государственные сервисные услуги были бы предоставлены в электронной форме, значит, Go Digital, вот такой лозунг есть в Северной Македонии. Мы говорили о том, что на разных языках можно вести эти дискуссии и с помощью новых технологий все в состоянии следить за этим, и это было бы, конечно, прекрасно использование новых технологий. Спасибо, Александр. В Скопье вы к нам приключились. Еще два коллега остались. Еще очень коротко, пожалуйста, выступайте, потому что мы должны освободить этот зал для следующей сессии. Спасибо. Спасибо. Я очень коротко буду выступать. Буквально пару слов скажу. Признаю, сначала я Шариф из Смаледивов, я не представляю региональные или национальные инициативы, вы нас не найдете на вашей карте, потому что мы там вообще не представлены. США нашей страны только покрывает 1% мирного шара, значит, мы маленькая развивающаяся страна. И мы, конечно, страна остров, государство остров. Для нас очень интересно присутствовать первый раз на таком форуме IGF. Очень интересно услышать, что на региональном, на национальном уровнях происходит. И мы в 2020 году рады были бы провести свой первый национальный IGF и хотели бы с региональными, но и с глобальными партнерами сотрудничать. Новые технологии – это ключ для нашего выживания. И мы хотели бы, чтобы новые технологии
чтобы мы их обсуждали бы межотраслевым образом. Безопасность, серия пищевых продуктов, энергоснабжения и в рамках вопросов изменения климата, конечно. Спасибо большое за это приглашение, за вдохновение. Мы очень рады быть частью этой семьи. Спасибо. Давайте завтра еще продолжим нашу дискуссию. Мальдивы недопредставлены на этом форуме. Конечно, если будет у вас национальный IGF, это прекрасное известие. Спасибо. Спасибо за эту возможность говорить на этом форуме. Хочу спросить, насколько было бы возможно, что касается этических стандартов, чтобы улучшить их, то есть стратегия по развитию, чтобы увеличить уровень транспарентности, прозрачности. И